Речь про власть. А от власти никто добровольно никогда не отказывался, такого еще не было. Вот. И это к вопросу о том, что власти ее никто никогда не дает, власть всегда только берут. Вот. А, и экспериментальные песочницы – это как раз вот крипто-сообщество, как бы это ни звучало, и как раз это те люди, которые берут в свои руки все, что можно взять. А, ну, сначала деньги, потом активы, потом все остальное. Вот. Ну, без малого, правда? А, да. По поводу, кстати, революции. Мне понравилось выступление, там вчера даже пост сделал эту тему, коротенькая, о том, что раньше революции делались, когда там толпы людей что-то выходили на улицу, потом цветные революции, да, а сейчас это будет, когда люди, сидя дома, просто-напросто меняют свое поведение. И вместо того, чтобы подчиняться одним, начинают подчиняться другим. Вот. Это информационная революция. Ну, посмотрим, поживем, увидим.